Ух ты, и снова я, Александр Криволап Печенеги. Ребята, папоротник. Папоротник. Запомните, папоротник на солнце не растет. Папоротник растет только в тени. Или тень, полутень. Но в основном лучше он растет в тени. Красавец, да? Красавец, папа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, красава, да? Так что, ребятка, если есть кого возможность посадить папоротник, садите папоротник в тени и изредка поливайте. Фелька. Фелька. Ты Феликс? Чё? Феликс, ну что ты? Мы приехали на папоротник снять. Ну ты как тут, да, Фелька? Феликс, ну ты не хочешь, да? Ну не хочешь, не надо. Фелька, лежишь, балдеешь. Ну ладно, поехали к папоротнику. Так что папоротник наш красавец. Это папоротник моей сестры. У нас тоже дома растет тоже красивый, обалденный папоротник. Вот видите, где там растет, там, на солнце. Здесь растет, на этой стороне растет в тени. Но солнышко чуть-чуть повернется, и будет он все, весь в тени. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребята.